7 июня 2015 год. Пришли мы с памятника Пушкина, где говорили с родителями, с бабушкой там с одной, о детях. Пришли на Ползунова. И вот голубки сидят здесь. Потихоньку мы проходим мимо них. Это я, Игнат Тихонович, и Андрей из Мурманска. Ложкин фамилия, да? Мир вам. Потихонечку пошли они все равно. А вот она, наша Муська черная. Она очень ласковая. Ее, наверное, даже и не видно в экран, да? Муська. Ну так. Пришли, слава богу, за все. Боли мои, боли. Да хорошо. 7 июня 2015 год. Игнат Тихонович кормит своих голубушек. Вот они мои хорошие, буленьки мои, а. Давайте скажем. Давайте. Боли. Ну. Где они у меня там сидят? Вот они какие хорошие. Да мои замечательные боли. Переворачивается, как он, а? Циркач. На газельке вчера приехали мы. Благополучно, слава богу, за все. Ползунова 6. Здесь мы находимся. Воскресный день сегодня. Богослужение, литургия была. Собрание, занятия. И беседа около памятника Пушкина. Недалеко здесь. Беседа с родителями и с детьми. О лагере Стана. О лагере Стана. Ой-ой-ой, погода направилась.